Физкультурно-оздоровительный комплекс возле школы номер 70 в поселке Трудовое, несмотря на то, что недавно начал свою работу, уже стал одним из самых востребованных мест досуга у местных школьников. ФОК полностью оборудован всем необходимым для комфорта своих посетителей. Уровень качества спортивного сооружения проверили представители корпуса общественных наблюдателей Владивостока. Замечаний вообще никаких нету, потому что то, что мы приезжали в декабре прошлого года, когда было все просто возведено каркасом, внутри ничего не было. И то, что я сейчас увидел, выполнено на все 100%. Все везде чисто, уютно. Раздевалки удобные. Каждая раздевалка, предназначенная для девочек и мальчиков, расположена как санузел, туалеты и душевые. То, чего, конечно, необходимо было всегда. Вот это сейчас есть. Ну и к тому же просторные коридоры, просторные кабинеты, имеющие кабинеты как медицинский сектор, где в случае каких-нибудь травм врач-специалист, да, может обеспечить. На данный момент физкультурой и спортом в Приморье регулярно занимаются почти 60% жителей. Развитие спортивной инфраструктуры и массового спорта – приоритетное направление регионального проекта «Спорт. Норма жизни» национального проекта «Демография», утвержденного указом президента России Владимира Путина. В планах этот показатель должен составить 70% уже к 2030 году. Диана Иванова, новости на Восьмом.